Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Спортсменка, комсомолка и просто красавица. Да, эти слова прекрасно описывают бывшую художественную гимнастку Алину Кабаеву. Официально женщина не замужем, имеет детей. Конечно же, споры вокруг того, кто же все-таки является мужем и отцом детей политического деятеля. Капитан милиции Шалова Мусиляни. Любая девочка мечтает встретить своего принца, но с Алиной это сыграло злую шутку. Будучи несовершеннолетней, но уже знаменитой, она часто говорила, что именно Шалву Мусиляни станет ее мужем и отцом их детей. К сожалению, чувства пары не продлились долго. Так внезапно выяснилось существование жены и детей у представителя правоохранительных органов. Кабаева поставила возлюбленного перед выбором – либо она, либо супруга. Молодой человек вскоре подал на развод, однако в итоге обе женщины остались ни с чем. Правда, говорят, на чужом несчастье счастья не построишь. Президент России Владимир Путин. Нет человека в нашей стране, который не слышал бы об этих предположениях, основанных на фотографиях. Скандал разразился еще в 2007 году, когда Путин был женат. Реакция главы государства не заставила долго ждать, и он открыто назвал все это «бреднями журналистов». А как жаль, Европа уже пришла в шоковое состояние. Издательство, распустившее данный слух, было закрыто, участники спора замолчали, а мир замер в ожидании. Постепенно слухи стали утихать, но до тех пор, пока у спортсменки не появились прекрасные малыши. Судя по рейсам и местоположению знаменитости, она уже родила одного ребенка, а впоследствии еще двоих. Слухи это или нет, выяснить невозможно. Женщина хорошо оберегает свою семью от СМИ, и до настоящего времени не раскрыты ни ее муж, ни сын или дочь. Да, таким как она, только в разведку идти. А что думаешь ты по поводу этих слухов? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.